принцессу. И, как следствие, певица оказалась в... Светлана, вы, наверное, из спортзала сейчас не вылезает. Да я туда даже не влезаю. Света, может, это такой пиар? Ага, вот такой жирный пиар. А вы планируете вернуться на большую сцену? Да, я очень хочу вернуться на большую сцену, тем более, что на маленькую я уже как-то и не помещаюсь. Светлана, а вы случайно не беременна? Я никогда не планировала быть беременной случайно. Светлана, скажите, а еда вам не мешает вашей сексуальной жизни? Вы знаете, признаюсь, я научилась эти вещи совмещать. Вы планировали выступить в следующем году на Евровидении. Какое место вы хотите там занять? А сейчас я одновременно могу занять одно, два, а то и три места сразу. Ваши поклонники, глядя на вас, начинают подражать вам и толстеть. Что можете, как вы прокомментируете это? Ну, что я могу сказать? Здорово, людина, здорово, Украина. Светлана Лобода после возвращения заперла свои киски. Мы связались с близкими друзьями певиц. Мы узнали, что Светлана отключила телефон и прекратила всякое общение с близкими. На что Лобода стала членом одной из религиозных сект. События последних месяцев, связанные с Евровидением, разрыв с прежним менеджментом, отсутствие личной жизни привели к глубокому стрессу. И, как следствие, певица оказалась... Певицу к полной изоляции от внешнего мира. Жить легко! Жить легко! На уме у них оно. Кто сказал, что им легко? Либералы, культуристы, анархисты, таксисты, фетишисты и полно. Всем теперь так нелегко. Отчего же так все случается? Жить как хочешь не получается. Вот как видишь, и ты попал. Ну скажи мне, кто тебе сказал, что? Она отказалась от услуг менеджеров и агентов. По всей вероятности, это конец. В своей квартире крепости. Проблемы с весом почти всегда продолжение психологических проблем. Хиты, панки, эмигранты, скандалисты, фабриканты, жизнь.